Добрый день, дорогие друзья! В этом видео как удалить контакт из WhatsApp. Итак, сама программа WhatsApp, она синхронизируется с вашими контактами на телефоне Android. И поэтому, чтобы удалить человека в WhatsApp, то есть его номер, придется удалять и этого человека с контакта телефона. Итак, открываем WhatsApp. У нас вкладка «Чаты», и здесь находим человека, контакт, который мы хотим удалить. Нажимаем на него, вот я хочу удалить контакт Иванович, и далее вот здесь нажимаем на само имя этого контакта. Открывается меню, и вот здесь справа три точки. Мы их открываем, нажимаем. И здесь будет вкладка «Открыть в адресной книге». Нажимаем и переходим в «Контакты». Далее «Изменить контакт». Три точки. «Удалить». Нажимаем «Удалить». «Контакт Иванович удален». Заходим в WhatsApp. И чтобы потом этот контакт здесь не появлялся, нажимаем на него. Три точки справа, еще, очистить чат. Нажимаем очистить. После этого контакт должен у вас пропасть. Ну, если он не пропадает, нужно обновить просто сам. Вот, нажимаем обновить. И либо удаляем его из программы, то есть зажимаем клавишу и нажимаем удалить. Все, после этого контакта уже не будет ни в телефоне, ни в WhatsApp, то есть он полностью удален. На этом, дорогие друзья, у меня все. До следующих встреч.